Так, всем привет. Решил видосик еще записать. Вот вечер в Турции. На улице 26 плюс. Ну, там сзади меня отель. Наш свет. Видите, люди гуляют. То есть как бы никто не спит. Но на самом деле время сколько сейчас еще? Время только 9:30 по Москве. Тут московское время. Вот. Хотел вам записать звук квакушек, которые здесь местные. Послушайте, не знаю, слышно будет или нет. Он там сзади прикольно на отеле. Видите, там светомузыка. Ну, короче, Турция гуляет, гуляет нормально. Вот. Я как бы здесь первый раз в Турции. До этого меня звали сюда друзья постоянно. Но они как, кроме бухать немного на халяву, ничего толком не могли мне сказать, что здесь можно делать. Ну и плюс здесь отель такой детский. Как бы детей очень много. Вот, сейчас я покажу, там он на самом фоне мультики, он, видите, показывает. Точка там сидит. Вот, здесь сзади детская площадка. Там, ну, как бы отель для детей рассчитан. Я считаю, что как бы, ну, очень классно. Вот. Зря, наверное, может быть, не ездил раньше в Турцию. И возможностей не было сюда поехать. Сейчас как бы появилось, я решил съездить. Это как бы не обзор, да, отель. Я не тревел-блогер, собираюсь становиться. Вот. Но хотел просто поделиться своими впечатлениями. То есть, если у вас получится, выбраться. Отель называется Otis. А, Otium Family Club. Он находится в местечке Сиде. Аэропорт прилета Анталия. Так что, если вдруг у вас как бы есть вопрос, куда поехать, то, пожалуйста, можете выбирать этот отель спокойно. Но единственное, конечно, что я хотел сказать, вот, если вы хотите еще какие-то путевки, там, путевки, туры по Турции, то это, конечно, все стоит, ну, приличных денег достаточно. То есть начинаются там цены от 40 евро за взрослого человека. Вот. Ну, пока мне здесь все нравится. Травка, давайте вам травку покажу, какая травка здесь со мной. Начинаю смотреть. Начинаю травку. Ой, приятная какая. Газонокосилочкой, наверное, стригут. Но загореть я еще не успел загореть. Прячусь от солнца, чтобы не сгореть. И не быть ракообразным. Поэтому пока такой не смогу. Может быть, тут загорю, завтра пойду погуляю по городу, по ближайшему округу. Если что-то будет интересно, запишу видосик. Все, всем пока, всем спасибо. До свидания.